Цветы, сертификаты и селфи. Сотни амичек стали участницами акции «Дорожный патруль». Ежегодно в Международный женский день на омские улицы выезжают праздничные патрули «Радио Сибирь». О местах, где ждут амичек, сообщают в прямом эфире. Как акция прошла в этот раз, расскажет Светлана Иловнарова. Тюльпаны, которые ждут своих обладательниц, они очень свежие, свежайшие. Вы можете видеть, что мы прямо сейчас их готовим к вручению. Они еще запакованы. Не с микрофона, а с ножниц начинается дорожный патруль. Радиоведущий Алексей Попов обрезает луковицы тюльпанов. Цветы, которые подарят амичкам, выращены на омской теплице. И их 1500. Уже через несколько минут после старта у пункта поздравления от «Радио Сибирь» появляются первые автоледи. Слышали по «Радио Сибирь», что здесь где-то стоит автомобиль, где поздравляются слушательницы. Спасибо большое, подняли настроение. Правда, очень приятно в праздник. Цветы, подарочные сертификаты на серебряные кулоны. В этом году партнером проекта стал Росювелирторг и памятные селфи. Кстати, фотоотчет вы можете увидеть на сайте «Омск здесь». Кроме того, амички поучаствовали в прямом эфире «Радио Сибирь». Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с 8 марта, искренне поздравляем. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, что сегодня нужно вот для счастья? Как вы думаете, что на первом месте? Чтобы мои дети были здоровы, чтобы вообще все дети были здоровы. Две парковки у двух крупнейших торговых центров. Домохозяйки, бизнес-леди, врачи и спортсменки. Сотни амичек стали участницами акции «Дорожный патруль», которая стала уже традиционной для Омска. Сейчас ехали с отдыха с семьей, на лыжах катались и услышали, «Радио Сибирь» передает такую акцию около ленты. И заехали, прямо вас нашли. Спасибо. Акция на самом деле ежегодная уже... Если не ошибаюсь, по-моему, 5-й год подряд мы 8 марта обязательно выезжаем мужской частью сотрудников «Радио Сибирь» на улице нашего города, на самые известные, самые массовые парковки. И постараемся максимально одарить эмоциями положительными наших омских замечательных девушек. Светлана Еловнарова, Тахмина Тынысова и Александр Лысак. Новости здесь, Омск.